сотням мигрантам, которые находились в лагерях для беженцев близ центрального железнодорожного вокзала Будапешта, удалось сесть в международные поезда, направляющиеся в Австрию и Германию, сообщает агентство Франс-Пресс. По данным агентства, ранее венгерская полиция запрещала не имеющим необходимых документов мигрантам покидать вокзал. Однако в понедельник, беженцы свободно садились на поезда, отправляющиеся в Вену, Мюнхен и Берлин в отсутствие стражей правопорядка. По данным агентства Рейтер, поезд, на котором едут от 300 до 400 мигрантов, был остановлен на венгерской приграничной станции Хедьешхолм. Представители австрийской полиции сообщили, что беженцев пересадят на отдельный поезд и доставят в Вену для проверки документов. Ранее сообщалось, что Венгрия обратилась к Германии с просьбой прояснить ситуацию с законами о перемещении нелегальных мигрантов в пределах границ Евросоюза. Согласно Шенгенскому соглашению, мигранты могут покинуть Венгрию, только имея необходимые документы, включая визы в страну назначения. Комментируя появившееся сообщение о якобы особом отношении Берлина к беженцам из Сирии, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что никаких специальных поездов для мигрантов не существует и они должны регистрироваться и искать убежище по месту прибытия в Венгрию.